Igor. Дамы и господа, крестный отец елабужского КВН Мансур Гильмудин! Дети мои, я открою вам тайну. Вы мне не родные. Как не родные? Посмотрите, у меня такой же акцент, как у вас. Проректор Кавиев беспокоит. Я ростом, как вы. Ну, как не родной? А у меня нос горбинкой. Да, родные, родные, мы одна семья. Мансур Федорахманович, скажите, пожалуйста, как у вас все вот это вот получилось? В смысле, КВН? Да нет, вот это вот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Дамы и господа, право первой шутки предоставляется Мансуру Гильмудину! Я так считаю, что КВН должен нести радость и полезную информацию. По этому поводу стих. КВНу 20 лет, через час все на банкет. Всем 15.00, от Wi-Fi вам пароль. А так. Мы начинаем! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Мы наконец-то на этой сцене устали ждать. И сразу актуальная новость. Только жена Джигурды может понять, когда он кашляет, а когда смеется. Вот такая шутка. Спасибо авторам. И несколько сценок. Первая сценка называется «Случай в Елабужском аэропорту». Внимание! Елабужского аэропорта не существует. Может, Бегишево? Ладно. «Случай в Бегишево». Пассажир Кавиев Айрат, вылетающий рейсом Нижнекамск, Мальдивы. Бизнес-классом. С клевыми чиками. Ваш рейс через 3 дня. Мы поняли, что вы крутой чувак. Идите домой. А по статистике в Голландии каждый второй любит первого. Вот такая шутка. А теперь будет сценка АК и Фидан. Что такое АК, вы еще помните, кто из 90-х. А что такое Фидан, сейчас посмотрим. Фидан, выйди, пожалуйста. Аплодисменты Фидан, АК и Фидан. Смотрим. Ага, и бобслеисты. Давай. Ага, и Николай Валуев.